Наши пожилые люди очень любят принимать участие в культурных мероприятиях Китая, но они всегда с особым замиранием сердца ожидают приезда в Россию, чтобы пообщаться со своими единомышленниками, такими же пожилыми людьми. Мне сейчас уже 57 лет, до этого у меня были проблемы по здоровью. Но дело в том, что я начала танцевать, и проблемы исчезли. Даже сказать, что вот умирающие это какие-то, или вот что больные это такие, нет. Я думаю, что это лечит и дает энергию. Вот у нас люди такие, вот даже женщины по 78, по 83 года, 84, пожалуйста. Вы знаете, смотришь на них и равняешься.